Как сообщили в правовом департаменте администрации Краснодарского края, обратившимся за консультацией помогут составить необходимые документы, проконсультируют по важным вопросам. Центры будут организованы на базе Государственного юридического бюро Краснодарского края. В Сочи центр расположится по адресу Курортный проспект, 53. Прием граждан будет вести с 9 до 17 часов. Всероссийский день правовой помощи детям проводится под эгидой Минюста России.